В Чебоксарах завершился фестиваль «Святые места России». Его организовало объединение библиотек «Чебоксар» при поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива» и городской администрации. На протяжении 3 месяцев дети и взрослые со всей республики фотографировали, снимали видео, писали эссе, рисовали и делали поделки на православную тему. На конкурс поступили 164 творческие работы. Фестиваль объединяет детей и родителей, повышает интерес к культуре, уверена автор проекта Татьяна Миронова. Нам хотелось сделать именно такое большое мероприятие, крупное, масштабное, в котором принимали бы участие и дети, и родители, и учителя, и преподаватели, и художественные школы, и детские сады. Идея фестиваля, она такая, она соединить семью, соединить всех тех, кто занят воспитанием сегодня детей. Работу участников оценивала компетентное жюри. В его состав вошли и сотрудники нашей телерадиокомпании. Самое интересное для нас, что много работ, видеоработ. Так как мы телевидение, нам всегда посмотреть интересно на то, что делают другие. Участвовали не только подрастающие поколения, но уже взрослые, зрелые, состоявшиеся личности. И то, что им интересно телевидение, нам было вдвойне приятно. Победителей награждали в Доме дружбы народов. Всем участникам вручили благодарственные письма. Авторов лучших работ ждали почетные грамоты и подарки. Фестиваль планируют проводить и впредь, более того, сделать его традиционным.